нас сообщение о семипальном землетрясении в самом сердце бухты Сан-Франциско. Есть информация о непонятном движении под мостом Золотые Ворота. В смысле, оно метров 100 высотой! Машины просто валятся с моста! Сан-Франциско превращается в зону боевых действий! Для уничтожения этого существа запущены истребители! Не представляю, что останется от города! Отрезая трехкилометровый участок разрушений города Сан-Франциско в результате ракетной атаки, уничтожившей это существо. Остается молиться, что все уже позади.